11 и 12 сентября 2019 года по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора при содействии Министерства культуры Краснодарского края и Камерного оркестра «Благовест» были проведены три просветительских концерта для студентов кубанских вузов, приуроченные к Всероссийскому дню трезвости. Цель таких мероприятий – показать через музыкальные произведения известных молодежи рок-исполнителей и их жизненный путь от падения до победы над собой, что употребление алкоголя и наркотических средств – это всегда путь в никуда. Распахнуты врата ада, и многие идут ими, но узкие врата, ведущие к спасению. Большую роль в мероприятии сыграли пасторские наставления ответственного по утверждению трезвости в Екатеринодарской епархии иерея Евгения Игнатова и добрые пожелания студентам, настоятелей строящихся храмов при краснодарских университетах. Они их ищут извне, какими-то другими средствами. Вот кто-нибудь для себя получил правильный вектор движения в сложной жизненной ситуации, это уже успех сегодняшнего мероприятия. После концерта был показан современный документальный фильм под названием «Наркотики и способы манипуляции». Профессиональный вокал заслуженной артистки России и Украины Марины Гольченко в сопровождении живой инструментальной музыки под управлением заслуженной артистки Кубани Ларисы Граджановой не мог оставить равнодушным никого из присутствующих. Данные просветительские концерты, приуроченные к Всероссийскому дню трезвости, для столицы Кубани стали уже доброй традицией, а число студентов, принявших участие в этом году, насчитывает более 1000 человек. Учитесь! Делайте добрые дела, продвигайте светлое, чистое, спасайте другие души, сами при этом свои не губите. Желаем вам счастливой жизни, чтобы у вас были у ребят хорошие жены, у девушек были хорошие мужья, чтобы у вас были большие крепкие семьи, чтобы вы были счастливы. Многое вам и благое лето. Давайте еще раз поблагодарим наш коллектив «Благовест». Спасибо вас, Господи. С Богом. Слава Богу за все. С Богом.